Самое надежное средство от коронавируса – это чеснок. Каждое утро, поднявшись, пока ничего не проглотил, не попил, не поел, чисто ни в коем случае ничего не есть, не пить, пока не проведете процедуру. Вот чеснок счастливый, мой талисман, принес мне удачу. Да, фейковая информация просто распространилась по всей России, и люди стали съезжаться в мои магазины и скупать весь чеснок, который просто был. И мы поняли, что это может нам помочь, и стали закупать больше и больше чеснока, и его с каждым днем скупали все больше и больше. И доходы возросли. Возможно, это случайность, возможно, и нет, но... Просто судьба дала мне шанс, и это мне помогло. Нет, я об этом не жалею. Чеснок могут использовать и для других целей. Почему только для коронавируса? До начала пандемии я зарабатывал по 50 тысяч в день, а после начала мои доходы возросли, ну, где-то в 10 раз я поднимал где-то по 500 тысяч рублей в день. И это мне помогло открыть несколько точек по Москве, и не только. Я просто развиваю свой бизнес. Я стал таким известным не только благодаря своим усилиям, но и благодаря некоторым блогерам. Я понял, что информация от них разлетается очень быстро, и переговорил с некоторыми. В интернете прошла информация, что коронавирус убивает чеснок. Разрекламировали все это дело. Эту информацию, то, что чеснок, он убивает коронавирус. Вот. И как бы все это понеслось, поехало. Мой отец гордился бы мной, если бы видел меня таким успешным. Такие юные годы. Такой незавершенные цели, которые я планирую осуществить в будущем. Я планирую продавать чеснок не только в странах СНГ, но и по всему миру. Я считаю, что каждый должен выживать так, как он может, как он придумает.